Всем привет! На связи Мамкин Немец. Сегодня мы поговорим о том, возможно ли восстановить утерянное украинское водительское удостоверение, находясь в Германии. Итак, каким-то образом права были утеряны. Мы в Германии, что же делать? Ни консульство, ни ДП-документ не занимается восстановлением утерянных водительских удостоверений. Но мы-то найдем решение в любой ситуации. Поэтому есть минимум два решения этого вопроса. С помощью программы DIE и ДП-документ, или же второй – получить временные немецкие права. Давайте остановимся на этих способах детальнее. Рассмотрим первый вариант. Для начала нам понадобится установленное украинское приложение DIE. Наша первая задача – заменить наше действующее водительское удостоверение на электронное. Заходим в DIE, контролируем, что наше водительское удостоверение отображается в документах. Выбираем меню «Послуги», в нем ищем меню «Замена водительского». Дальше нужно подать заявку на получение e-посвидчения водителя без заказа пластикового документа к нему. Выбираем меню «Только электронное посвидчение». Важно выбрать именно этот пункт меню, так иначе получить пластик можно будет только на территории Украины в выбранном сервисном центре. А также, без прохождения процедуры физического получения пластикового документа, это водительское удостоверение нельзя будет ни аннулировать, ни поменять на другое. Поэтому будьте внимательны и выберите именно нужный пункт меню. Дальше оплачиваем услугу и завершаем заказ. После чего в приложении DIE пропадут ваши старые права и появится новое удостоверение. У него будет специальная серия DIE и 6 цифр. А вот после этого у вас появляется возможность получить пластиковые права в ДП-документ взамен на виртуальные в приложении. Берите термин и смело езжайте получать новое пластиковое удостоверение. Для подачи заявления в ДП-документ вам понадобится ваш украинский ИНН, украинский внутренний паспорт или же загранпаспорт, подтверждение места регистрации в Украине. Все, по первому алгоритму мы все сделали. Давайте рассмотрим второй вариант – получение немецкого временного водительского удостоверения. Украинские водительские удостоверения международного образца действуют на данный момент, а это октябрь 2023 года, до 6 марта 2025 года. Общую информацию вы можете почитать на этом сайте. Ссылочку оставляю в комментариях. Согласно немецким законам, вы имеете право получить временное немецкое водительское удостоверение. Это делается путем запроса Германии в Украину и подтверждения наличия у вас водительских прав. Для этого необходимо предоставить серию и номер своего водительского удостоверения и дату рождения. Надеюсь, у вас есть ксерокопия ваших потерянных прав или же приложение DIE, в которых они отображаются. Германия делает запрос в Украину, и в случае положительного ответа из украинского реестра вам выдают водительское удостоверение немецкого образца, ограниченное сроком действия 24 параграфа. Всей этой процедурой в Германии занимается ведомство Бюргербюро. Отдельный его отдел, который называется Fahrerlaubnisbehörde или Führerscheinstelle. Используйте эти термины для поиска в интернете ведомства по вашему адресу. Напишите им электронное письмо и опишите вопрос с помощью переводчика. Они расскажут подробно, что и когда нужно сделать, и вышлют вам формуляры, которые необходимо заполнить и отправить им. Стоимость выдачи временного водительского удостоверения составляет в районе 40 евро, а время ожидания составит примерно 1 месяц. Вот и все. Теперь вы знаете, как можно восстановить свое водительское удостоверение, находясь в Германии. А это значит, пора ставить лайк этому видео и угостить автора чашечкой кофе. Не переключайтесь.